Кого-нибудь. Обезьяна четвертого уровня. Обезьяна, смотри, какая халетовая. Ага. Вон он сзади, сзади, вон он сзади тебя плывет. Витус Шукер на нас тиракс идет. Интересно, кто кого? Да. Кто ведь кто кого, даже не знаю. Ну-ка, иди сюда, я посмотрю, что ты там чего-то там понабрал. Бро. Да съешь ты это дерево. Сейчас. Одного раза достаточно. А вдруг? Ой. А, что, переложить в него, да? Подожди. Нам это забери, паранит или какого-то. Праймит. Праймит. Паранит. Паранит, да. Все, больше ничего тут толкового не набрал. Слушайте, ну, я не знаю, Кетцеля я не вижу вообще в упор. Не понял, что темняло? Ну да, куда как это? Бы, к вечеру. Бегунок-то куда сваливает? От кого-то, видать? От кого-то. Из воды, наверное, от кого-то. Не-не-не, с берега бежал. Вот мешал тебе он, блин, а? Он тут ходит. А это у нас мальчик, да? Тирекс-то. А? Поймите там девочку, затамим тогда, раз этого нету. О, теперь нормально, чистенько. Там девочка 24 уровня, правда, зараза. Неохота уже мелкую брать. Качать слишком долго. Да нам, по-моему, будет 2 тирекса будет лишку. Почему? Это для чего они нужны? За промитом ходить. Вон тебе одного хватит. С головой. Нет, мало. Хватит с головой. А промит у нас получается с этого только, с бронта, да, бьет? Бронта, стега, еще с кого-то там. Надо же, и после всех этих вылетов у нас еще и Вероника даже жива. Жить хочет. Не так, говорит, раскорячишься, да? Раз я ее спас, раз ты. Ну да. Так, ну что, Кетцель я не вижу. А вот птицу-то я еле-еле успел. Уже у нее даже не видно было синенького. Синенького крестик, чего? Крестик весь беленький был. И черепушка горела. Я к ней подбежал, на ней эти мухи сидят долго, ты. А она хоть отбивалась? Нет. Ку-ку. Кто там свистит? А, может быть, потому что вы это. Ну-ка, Виталий, слезь, птички. Ну да, все правильно. Все, садись. Не, я думаю, что тебе надо садиться. Уже ночь. Я все равно не взлечу, не сяду. Yeah.
Так а это, а ореол-то, его обитание-то все-таки где? Ну, и примерно в этих краях. Угу. А вот там вот есть что-нибудь 90-10? Не знаю. Виталий, а ты хочешь, чтобы я вылетел еще раз? Не, а ты хочешь, чтобы я ночью убил сейчас и птицу, и тебя? А при чем? Я тебе предлагаю сейчас, что ли, лететь? Ты говоришь, сядь. Все, я тебе просто говорю, садись. Ну, а если ночью кто появится, надо уматывать быстро. Ну да, ты на птице спокойно улетишь. Да. Небо. Первый же камень. А при чем здесь камень? Ты же небо-то видишь? Вон еще обезьянка рыжая ходит. Или не видишь? Маленькое. Небо, я могу так в небо далеко улететь. Обезьянка маленькая, рыженькая ходит. Понятно, с кем разговариваю, ужас. А у тебя 90-10 открыто, Гриш? Ай, вы меня с этими координатами замучили. Левый нижний угол. Открыто. Девочка 8 уровня. Красная. А тирекс своих ест? Да, своих тирексов. Нет, я смысл. Птицу, если укусить, съест? Нет, не ест. Ест, это хорошо. Пять жужака на меня летит. А ты где, жужака? Я вот думаю, пиццаль-то твой, какого лешего-то он будет по ночам-то летать? Наверное, не будет. Смеркалось. Этот батон. Это не смеркалось, а уже стемнело. Тащи. Где она? Ну все, ждем. Так ты тоже оглядывайся давай. Что, все живые? Хрена ты пришел-то. Страшно. Я сам в шоке. Тер? Где? Не понял, а что у меня музыка боевая? Впереди. Да, там птеры одни. Музыка боевая. Тебя долбит там кто-то, серьезно. Это кто-то в воде, я просто кого-то не вижу. А Раптор вообще ныряет, получается, да? Ой, Раптор Рекс. Нет. Нет? Он тонет. А, он тонет?
Я запишу, как Рекс рыбачит. Виталь, давай-ка, наверное, вот так вот вперед понемногу. И посмотрим, что у нас слева будет. Бульк. Хорошо рыбачит. Че, влево загребаем? Вон, видишь, впереди горы там. Чуть-чуть левее горы. Отвесные, да. Вот до туда долетим и налево загребем. Это типа как медведь за форелью на нересте. Только шибко большой медвежонок. О, стега. Сейчас стегу подвалим. Короче, все выкосил здесь. Хорошо. А мелочевки-то здесь сколько я нашел? Свою голову. И опять на рыбалку. Бронто деревья вали. Thank you.
смотри. Кстати, штуку мелочевки на этих, на бережках. Прям как-то это удивительно, что на нам на этом островке ничего не попалось. Налево? Конечно, налево. Да, давай налево. Это птеры там внизу. Да. Туда дальше хоть не ходи, там крокодилы. А я, по-моему, там дальше и не был. Точно, я дальше и не был. Вот водопадик прикольный.